четвертом квартале. Там есть первый М. Можете себе представить? Там не взяли ни седьмые классы, ни пятые, ни четвертые, а взяли, потому что ну, просто все дети пришли. Это, конечно, счастье, что наши молодые девушки рожают, и что мы должны задумываться об этом. То есть буду продолжать политику строительства школ. Следующее – детские сады. У кого тут, смотрю, молодежи много сидит. Конечно, тоже, послушайте, с краю 23 детских сада построили. У нас тоже 5 из них, вот сейчас пустят еще один за последние 3 года в Ставрополь. Но детей-то у нас гораздо больше. И опять же надо заставить тех, кто строит барин, там, или какой-то другой комплекс, там должны быть детские сады. И это вот как бы буду то же самое добиваться. Знаете, вы, наверное, получите, кто получил, кто нет, не знаю, газеты. Там я изложила и биографию свою, и чем буду заниматься, и все. Я не буду занимать ваше время. Я вам скажу постулаты. Первый. Мы идем командой. Из команды вот мы двое. Михаил Ильич Кузьмин, который у вас был депутатом, идет в Федеральную Думу, я в краевую. На вашем округе Александр Николаевич идет в городскую думу. Мы команда. Он вам про команды наши задачи расскажет. Второе. Я вас очень прошу. Когда вы получите, вы сейчас шли, вам раздавали газеты, вы ее обязательно почитайте, коммунистическая партия. Там молодые ребята, там вы почитайте, пожалуйста, ее. Почитайте все газеты, которые вам приносят. Можете потом, и мои тоже, выбрасывайте, нет вопросов. Но мне очень хочется, чтобы вы сами разобрались, кто и за кого нужно голосовать. Я хочу вам сказать, что главное, вот я вас очень об этом прошу, придите на выборы. Придите сами, там, семьи, с соседями, потому что, понимаете, когда мы говорим, у нас плохая власть, у нас плохая дума, и когда ее выбирает небольшое количество людей, вот, то это нелегитимная власть. Вы можете голосовать за кого вы считаете нужным, за любую партию, за любого кандидата, это ваше право, любое право, уважаемое и так далее, но вы, пожалуйста, придите. И проголосуйте, чтобы вашим голосом не воспользовались другие. Проголосуйте за меня и за Александра Николаевича, мы будем вам благодарны. Проголосуйте за другого кандидата. Это ваш выбор, и мы еще раз говорю, мы уважаем. Спасибо вам за внимание, я готова ответить на любые вопросы. Нет вопросов? Тогда, Александр.